вёртка МНО, а точнее подготовка к вёртке. Я прошел со скриптом текст окей. Многое, конечно, полетело, но остались вопросы. У меня текст не выставлен по бейслайну, надо ли, и если надо, то как правильно. Значит, потому что я в частности вижу, что вот каждое последнее, ну не каждое, в общем, а последнее предложение абзаца имеет какой-то неправильный отступ, то есть как бы растягивается. Связано ли это с тем, что я выставил в Vertical Justification Justify, а не Top? Не могу понять. Я так понимаю, что Justify мне нужен, чтобы оказаться внизу, чтобы нижняя часть не плясала. Вот. Это первое. Надо ли привязать к сетке? И почему именно здесь последняя строка, которая имеет после, в конце перенос на новую линию, почему она отступает от остального текста таким некрасивым образом? Сетку уберу, с ней работать невозможно. Дальше. Ну, вот здесь везде видно, что она отрывает последние предложения. Значит, здесь я исхожу не из золотого сечения и сверху не отступаю столько, сколько хотел бы. Потому что я хочу, чтобы в 10,5 кегли у меня влезло на первые три полосы предисловие переводчиков. Потому что если я сделаю здесь отступ ниже, красивее, как я бы хотел, тогда полетит здесь хвост, и я этого не хочу. Ну, то есть тот же вопрос, как привязать текст, чтобы была красота. Это первый вопрос.